Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Вы на канале Петрович на охоте, не только. Сегодня у нас загонная охота на лис. Вот, закрываем сезон 29 февраля. Первый загон был. Он был безуспешный. Сейчас расставляемся по номерам опять. И оттуда будет загон. Вот. Все ждем открытия весеннего сезона. До него остался буквально месяц. В начале апреля уже, может быть, мы попадем в Липецкую область. Может, в Тульскую. Так что ждем, держим кулачки. Вот. Не забываем подписаться на канал и на мой инстаграм. Там всегда свежие фотки. Новые, интересные. Ладно, все, соблюдаем режим тишины. Прошла лиса. Чуть-чуть она не там до меня не дошла. Был выстрел. Лиса у нас прошла вот там вот. На меня чуть-чуть не вышло. Чуть поближе была бы, можно было стрелять. Ладно. Сейчас узнаем результат выстрела. Посмотрим. Приветствуем участников соревнований.
Раз-два. О, у нас, смотрите, какой собакин. Кто угадает породу? Ну вот, друзья, Серегин трофей. Серег. Вот такая вот хищник. На ютубе закрой баню. Отстрел. Серег, расскажи, как ты добыл ее? Я? Стою, это, выбежу, бах-бах, и все. Люди, она боится, так ты поджала, блин. Опять бах-бах! Ты же один, нету нее. Ты же один раз стрелял. А они до меня не дошли. Я со второго, она, не надо, он бешенство еще какой-нибудь. Ну да. Мне показывает Ваня, что идет. Он начал. Со второго она легла, а двумя другими я ее все добивал. Друзья, это закончилась наша охота. Весь нозик. Трофей есть. Серега, молодец. Поддержи, пожалуйста. Скажи, подписывайтесь. Подписывайтесь. Молодец. Что там? Лайки.